Быстрее и доступнее. Сотовой связью обеспечили фельдшеров и диспетчеров скорой медицинской помощи в Вологде. Новые аппараты поступили на станцию в конце декабря прошлого года и дополнили имеющиеся рации. Корпоративная сотовая связь прежде всего необходима, когда бригада выезжает в отдаленные районы. Почему нам такая связь стала необходимой? И это связано с географией. Вы знаете, что радиосигнал распространяется в открытом поле до 50 километров. То есть это в рамках горизонта. Поэтому, так как мы обслуживаем радиус обслуживания 60 километров у нас, причем разные подстанции, этот километраж увеличивает еще дополнительно, и выезжая за пределами вот этого 50 километров, связь становится неустойчивой и нестабильной. Наличие сотового оператора позволит стабилизировать эту связь и достаточно кардинально поменять отношения в организации скорой медицинской помощи. Сотовые аппараты, закупленные на собственные средства организации, получили все 28 бригад скорой помощи и уже успели их опробовать. Нумерация продумана так, что бригады сразу понимают, откуда поступает звонок. Последние две цифры номера соответствуют номеру бригады. Мы решили дублирующую систему связи внедрить. В этом нам помог один из операторов сотовой связи нашего региона, обеспечив номерной емкостью в количестве 38 номеров, что очень существенно, с короткой нумерацией. Нумерация четырехзначная. Это позволяет быстро набирать номер определенной бригады или диспетчера подстанции. Диспетчер также оперативно определяет, где находится машина скорой, и может своевременно перенаправить ее в другую точку. Если рация находится в машине, то сотовый бригаду берет с собой и может связаться со станцией при необходимости. Система уже прошла испытания в новогодние праздники. Если в обычном режиме скорой нужно отработать в среднем 350 вызовов, то в период эпидемии и праздников их количество увеличивается до 450. Нововведение позволило улучшить организацию связи и доступность скорой помощи. Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Вологда РФ.